Всероссийский день бега «Кросс-наций» – это традиционный праздник спорта, в котором жители Полевского всегда принимают активное участие. Спорт объединяет людей всех возрастов. Первыми на старт выходят воспитанники дошкольных учреждений. На лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода созданы все условия для проведения забегов. Считаю, очень важное данное мероприятие. Вот «Кросс-наций», «Лыжня России». Массовые мероприятия, которые проводятся в городе, в области, в России, надо всячески поддерживать. И личным примером, и примером то, что власть сегодня поддерживает все эти мероприятия, показывает молодому поколению и стремить, и направлять их к здоровому образу жизни. Всегда отмечаем хорошую организацию в городе Полевском, массовость отмечаем, ну, недаром и глава. И во все время отмечались грамотами, благодарственными письмами Западного округа и губернатора Свердловской области за организацию этих массовых мероприятий. У участников забега задачи разные. Кто-то хочет просто хорошо провести время на свежем воздухе и пробежать дистанцию без учета времени. Для кого-то это хорошая возможность проверить свои силы, выполнить норматив. Организаторы предусмотрели и семейные забеги. Спортивная жизнь, мы вообще достаточно спортивная семья. Интерес? Интерес. Такое массовое мероприятие, их не так много проходит в нашем городе, поэтому почему бы не поучаствовать? Были бы чуть-чуть старше, прибежали бы первыми, это точно. По совету всего 5 лет, поэтому вообще прям... удивительно, он не останавливался практически ни на секунду. На старт вышли руководители организаций города, а также сотрудники администрации Полевского городского округа. Настроение у всех позитивное, погода радует любителей бега. Спорт – это норма жизни, мы должны уже к этому стремиться, и отразиться это только хорошо, потому что нас спорт объединяет, делает нас сильнее, делает нас здоровее и дружнее, самое главное. Мы ежегодно стараемся заложить побольше средств бюджетных, но все зависит от областного финансирования, но по максимуму закладываем, чтобы наши ребята могли здорово развиваться. Все участники «Кросса наций» успешно дошли до финиша, цель мероприятия достигнута. Популяризация спорта и здорового образа жизни – одна из приоритетных задач сегодня. Игорь Соколов, Евгений Иванченко, Сергей Чижов, новости 11 канала.